Ну, дружище, давай, садись поудобней, там, заваривай себе пивка. Сегодня у нас видос посвящен приключениям нуба. Сегодня мы находимся на моем аккаунте в Бравл Старс. Вот мне этот прикалывает, сука, со своим розовым галстуком. Так, я в игру больше не доначу, вы об этом знаете. Я вступил на путь истинный. Путь истины, друзья. Так, чё поначалу нужно нам всем сделать? Поставить лайк, оставить комментарии, пиши там, что хочешь. Можешь рассказать вообще, что ты сегодня с утра делал после того, как проснулся. Я не знаю, какой одноклассник тебя пендаль прописал. Я не знаю, делай, что хочешь, потому что как-то мой канал, мои видосы смотрят только мои подписчики. А и мои видосы не идут никуда дальше, ни в рекомендации, ничего. YouTube нахер обрубил. Я, конечно, не камикадзе дед, я не буду вам втирать о том, что проверяйте там свои лайки, давайте видос в тренд. Но если вы поможете, если вам не безразлична судьба моего канала, то смело давайте там что-нибудь мутите. Делиться, конечно, не прошу, а надо было бы. Так, расскажу, что у меня вообще по аккаунту-то происходит. Ну да, давай, начнем. Что-нибудь откроем. Так, бойцы. Короче, видишь, у меня тут с золотом проблемки. Проблемки, дружище, с золотом. Надо эти боксы подкрывать. Сделал я себе ачивочку. Всех прокачал на 160-й. Ну, конечно, там у более, не знаю, любимых больше кубков. К примеру, Пэм мне легко качать. Мне нравится играть за нее в столкновении. Этот ШД. Ну, я называю это просто, типа, PUBG для Бравл Старса. Далее, ну, Фрэнк и в Африке Фрэнк, понятно. Леон мне тоже нравится, там им везде можно побегать. За Пайпер я люблю поиграть, скажем так, в такой локации под названием... А, ее сейчас и нету. Ну, сука, короче, там, где дэтмач на фраге. Вот это вот все там вообще идеально, классно. Мне дико прикалывает. Ну, пока стрим не начну. Вот когда стрим начинаю, я вообще ни за кого играть не могу. У меня только кубки идут вниз. Потому пишите, провести стрим, не провести, будет вам интересно, не будет. Вот. Остальных я Дэрил, Пенни не играю пока, не качал. Барли, Пока тоже, Рика тоже. Эль Прима тоже не захожу. Вот Бо, при том, что это бесплатный, который дается просто за ачивку, он мне дико понравился. Вот в бойне, в захвате кристаллов, он вот до 180 кубков, он у меня дошел вот так вот. Просто там бывало по... Ну, чуть ли... Ну, не хочу соврать, но бывало реально по 10, по 8 каток подряд были выигрыши. Ну, по 5. Не хочу соврать, но бывало реально продолжительное время просто тупо не проигрывал. Бо тянул, при том, что у него сила только двойка. Очень классный персонаж, мне дико понравился, конечно, уже на 180 кубках. Там бывают проблемы, там может быть и другой бон, но на самом деле такой, ну, не имба, но очень приятный браулер, по крайней мере для меня. Вы пишите свои, скажем так, свое мнение, где кого вы используете. И смотрите, я начал потихонечку пытаться прокачивать уже всех на 180-й, но за Шелли еще кое-что-то как-то пошло. За Ниту чуть я не просрал кубки, за Кольта я просрал кубки напрочь. Потому что там упало до 140, я потом их возвращал через столкновение. Блин, жопа, я не знаю, как я это буду прокачивать. Некоторых браулеров, может быть, просто я нуб, или просто мне за них играть не нравится. Я не понимаю. Ну, сегодня за кого-то побегаем, посмотрим, я побомблю. Так, кого я надеюсь выбить? Кого я надеюсь выбить? Ну, конечно же, Легу какую-нибудь. На кого мне не хватает? У меня почти все есть. Я бы не отказался от кактуса. И я бы... Вот. О, смотри, это новый какой-то, да? Он появится через 2 дня. Ну, короче, да плевать, я от любого не отказался бы, сука. Вот честно вам скажу. Слушай, мне логичнее было бы тогда пытаться его открыть через 2 дня, когда он появится. Но я думаю, что нормально, накопится, накопится. У нас еще чуть-чуть и будем открывать. Там по-жесткому откапливать нету смысла, тем более на моем аккаунте, когда у меня много браулеров. Так, Леон. Сейчас будем еще смотреть, кого нам прокачивать, потому что золото будет ограничено, потому что некоторых браулеров я психанул и прокачал на 7-ю силу. Вот, так что будем смотреть, друзья, что из этого получится.
Сейчас я на самом деле даже и не надеюсь, что я возьму сейчас что-то выбью. Но как бы почему бы и не да. Почему бы и не да, дамы и господа. Так. Почему бы и не да, дамы и господа. Там еще такие вкусные акции в магазине. Ну вот просто ты заходишь такой, и смотри, и здесь можно купить. И у тебя сразу 2000 золота. Мегаящики, да, я про них молчу. И здесь 2 мегаящика, еще полторашка прилетает. Это 3,5 косаря сразу прилетит, понимаешь? Понимаешь, и еле-еле сдерживаешься. Ой-ой-ой. Еле-еле сдерживаешься, чтобы взять, скажем так, и не купить. Сколько тут за 700 рублей стоит? Ну да, там, ну, реально выгодно. Реально выгодно. Сколько тут силы дают? Я тут за 350 гемов могу себе еще какого-то бойца купить. Ладно, это, может быть, потом не сдержусь, что-нибудь куплю. Сейчас как бы... Такое. Хотя, ну а смысл покупать, ребят? По 2000 просмотров. Вот. Можно тогда просто без донатов в свое удовольствие играть. Тем более есть за кого играть. Вот. И не психовать, и не тратить этот. И, если бы, понимаете, вы смотрели бы больше, мне бы было не впадлу денежку потратить, чтобы вам лишний интересный видосик запилить. А так, как бы, давайте пока ограничимся. Пока что ограничимся. Вот. На то, знаешь, тратишь там 10 евро, с видоса получаешь 50 центов. Ну, как бы такое себе, такое. Так, давай. Ну-ка, давай. Отлично. Так, что тут? Ну. Так, за кого нам пойти сегодня, чтобы меня унизили? Так, давай. Хотя, в принципе... Подожди, как там его зовут, сука, этого придурка? Как этого придурка звали? А, Кольт. За Кольта, в принципе, можно играть в этом... Ой, что это у меня с интернетом? А, в ШД, да, вы называете, столкновение. Там как-то можно кубки поднять. Но в бою за кристаллы что-то мне вообще никак за него не получается. Ну вот, от слова никак. Хотя раньше, когда я начинал играть, он у меня очень легко дошел до 160 кубков. Просто изи. А сейчас что-то, блин, жестко. Ну и понятно, да, я не буду уже рассказывать, почему у меня кубки сильно не растут. Потому что зачастую я захожу откатать здесь просто новые события и токены. Посидеть часик-два, порубиться, поподнимать кубки у меня, к сожалению, по времени не получается. Потому пока есть как есть. Так, давай. Но... Ну и, конечно же, да, мне ни хера не выпадет. Ну, давайте поноем, поплачем. Что ж ты поделаешь? Давай, сука! Сука, легу мне! Сука, легу! Ну, вот такую вот мне легу, да? Вот такую легу мне игра показала. Окей, здесь, смотри, уже сила 6, да, тут на 7-ю качать дорого. Вот Бо. Можно, да, без базара сразу качнуть. Отлично. Дальше. Ну, хотя отлично, сила 3 только. То есть, так, сила 7 хурма. А тут можно на 6-ю качнуть Пока. Пока мне нравился, не знаю, как он себя сейчас покажет. Я уже давно за него не играл. А тут уже 6-я сила. Так, тут можно все это дело тоже на 6-ю силу качнуть. Отлично. Давай дальше. Пайпер, смотрите, бедняжка, только 4-я сила. О, зато у Леона 6-я сила. Мне нравится. Фрэнк, давай тоже. А, хотя стой. Сколько у меня там золота? А, лол, все, золото закончилось. Прикиньте, я бомж. Вот прикиньте, я бомж. Вот 58 у меня. 58 у меня золото. Вот реально, да? Смотри, как байтят сволочи. Как байтят, а? Эти удвоители, конечно, тоже выгодная штука. Но я, наверное, буду просто эти гемы копить. Скины. От скинов, знаешь, писька длиннее не станет. Ладно, давай пошли унизимся. Что у нас тут по-новому? Brawl Ball. Ой, это просто, это самая ненависть для меня. Хотя давай Brawl Ball за Фрэнка поугараем. Вот, посмотрим, что из этого получится.
Но вот я не люблю и не умею играть в Бравл Бол. Я не знаю, есть вообще те люди, вот, кому нравится. Ну что, я там уже двоих вырубил. Давай, иди гол забивай. Я буду убивать, ты забивать гол. Вот. Красавчик. Красавчик, сука. Давай, я пошел дальше убивать. А, сейчас не получится, да, убить? Эта пушка, сука, ушатала. Уроды. Ой, идите сюда. Блин, смотри. А что, мне не дали включиться, да? Ну, вообще огонь. Сука, сейчас гол забьет. Так, 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 так. Ну, нужно обилочку. Нужно обилочку грамотно потратить. Может, им забор проломить к хуям, блядь, сука. Ай, блядь, у меня мяч был. А, я так на этот забор смотрел, что я даже не увидел, что у меня мяч был, сука. Ну, что я за... Ну, ненавижу, сука, эту локацию. Ну, кому этот гребаный Бравл Бол нравится? Ну, твою ж дивизию. В рот шатал я бегемота. Давай сломаем им тут немножко. Вот, чтоб, бля, пацанам было удобнее забить. Ну, ты где мяч-то, сука? Я тебя, блядь, проломил. Ты можешь напрямую ударить. Где вы? Где вы, блин? Булочники. Булочники! Ну, сейчас пропустите, блин. Я вас всех по IP вычислю. Так, давай уже обилочку надо выпустить. Ну, иди, иди, бери. Я сейчас кого-нибудь шандарахну. Ха, ты... На, и не попал ни по кому, лошара. Еще одна. Блин, меня это говно притянуло за уши. Подожди, подожди, у меня... А, и у меня обилка пропала. Мне обилку сбили, суки. А, все, жопа. Жопа, блин. Вот я, блин, понимаете, о чем я вам говорю? Понимаете, сука? Ненавижу, ненавижу. И не умею выиграть в этот гребаный футбол. Вот в реале, да, с пацанами во дворе. Пам-пам, мячик попинать, тогда огонь. Короче, ладно, пожелаю вам огромнейшей удачи, ставим лайки там, подписываемся, вот, пьем чай, всем пока.